шепот тихий и тени образа. Я не видела глаз, я не слышала даже голоса. Строгий костюм, деловое приветствие. Могла ли подумать тогда, что на том самом месте я? Где к душе моей робко прикоснулся объятием, нежной поступью фраз начал ты диалог. Заметно волнуясь ответным дыханием, дала все же повести нашей пролог. В городе Н, лет несколько в прошлом, без мысли про завтра, без слов про вчера, пустили мы в жизнь свою романтичность, мечтами друг друга называли себя. Ты был далеко и непредвиденно рядом, нас разделяли с тобой берега, связали нечетко размытые чувства, познать их стремились наши сердца. Время пришло, есть мы и пространство, и все сошлось до нельзя именно так, и ждем, отключая нашу реальность, и верим, заслоняя суетный бардак. Любовь, нежность чувств, обещания, мотивы, причина несбыточности нескольких мечт, уже непривычная манера общения, со вкусом обмана чужая мне речь. Тебя понимать, но я не понимаю, с тобой говорим не о прошлых мечтах. В пространстве одном, на одном континенте, в одно даже время, но на разных часах. Вернуть тот самый миг, как кадр на кинопленке. Киноканал Елярна. Время воспоминаний.